Перестаньте называть это толерантностью. Мы равнодушны, если не говорим людям истину. Друзья, Бог есть, и Он справедлив. Если мы не стремимся, чтобы люди жили праведной жизнью, и ничего им не говорим, значит, нам все равно. Не нужно их осуждать, злиться, ругать или критиковать. Нам нужно любить их так сильно, чтобы говорить им, есть лучший путь. Рад снова быть с вами. Тема этой недели — основы нашей веры. Сегодня мы будем говорить о тщательном очищении. Библия — это история искупления. С самых первых глав Писания рассказывает о Боге-Создателе, сотворившем человека. Люди стали венцом творения. Затем мы взбунтовались против Бога. Мы согрешили и многое потеряли. В центре Библии история о том, как Бог искупил нас. Это действительно хорошая новость. Мы прекрасно знаем обо всех своих трудностях, неудачах и слабостях, но Бог позаботился о нас. Писание говорит, что Бог дал нам все необходимое для жизни и благочестия. В центре всей истории — личности Иисуса. В 8 главе Римлянам сказано, если Бог не пожалел для нас своего Сына, Он даст нам и все остальное. Это прекрасная новость. Какое бы испытание вы ни проходили, какие бы недостатки в себе не видели, какие бы силы вам не препятствовали, Бог создал план вашего искупления в личности Иисуса. Возьмите Библию и блокнот и откройте свое сердце. Тема этой недели — основы. Сегодня мы будем говорить о тщательном очищении. Самым большим сюрпризом этого года для меня стала продолжительность карантина. Кто-то говорил о 2 неделях, что этого будет достаточно. Он солгал. И самое грустное, он лгал, потому что не располагал всей информацией. Больше всего утомляла нескончаемая череда ограничений. Прошла неделя, вторая, месяц, затем еще несколько. Так прошла весна, лето и вся осень. Кажется, что COVID так и не отступит. Но я научился ценить это время. Мне кажется, что Бог нас тренирует. Я не хочу, чтобы этот сезон завершился, пока мы не усвоим все уроки Бога. Нам нужно так окунуться в эти тренировки, чтобы мы преобразились. Одна тренировка вас не изменит. Вам будет больно, неприятно, и вам не захочется это повторять. Так вы не изменитесь. Однако, если вы будете укоренять новые привычки день за днем, неделя за неделей, если измените режим питания, настрой и отношение к здоровью, тогда через несколько недель или месяцев вы преобразитесь. Мы приходили, чтобы мысленно поставить себе галочку. Мы считали себя причастными к церкви, посещая ее время от времени. И Бог сказал, «Я очень люблю тебя и пекусь о тебе. Я создам такой период времени, чтобы посмотреть, смените ли вы фокус и проснетесь ли вы от своего сна, чтобы обратить на меня внимание». Сейчас не время цветистых слов и высказываний. Мы должны знать истину. У нашей страны проблемы. Мы балансируем на грани разрушения. Изобилие и свобода, которыми мы так наслаждались, которые были частью нашей жизни, не вечны. У меня была привилегия поездить по миру и многое увидеть. То, о чем мы говорим и принимаем как должное, все наши права почти уникальны. Я полагаю, что так проявляется Божие благоволение к нам. Но если мы не будем чтить Бога, этот поток Божьих благословений может иссякнуть. Наша борьба не политическая. Я знаю, чем живут политики и как у них все красочно, но основные вопросы, с которыми мы столкнулись, решаются вовсе не политическим путем. Если мы, Божий народ, не изменимся, если мы не изменимся, тогда, я полагаю, нас всех ждет Божий суд. Речь не о злых, аморальных и нечестивых. Божий народ — это свет и соль. Мы в центре его целей. Божий суд будет излит на землю как раз из-за отсутствия праведности. А мы — Божий народ.
У всех нас есть проблема. Она не зависит от того, с севера вы или с юга, от вашего акцента, от цвета вашей кожи или волос, от ваших доходов или уровня интеллекта. Проблема эта описана в послании к римлянам, 5 главе, 12 стихе. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Главная проблема человечества — это грех. Все то зло, которое мы видим в нашем обществе, в нас самих, в наших домах, наших склонностях, уходит корнями в эту проблему. Она повсеместна. Она распространена во всех странах, временах, формах, правительствах, языках. Ничто из этого не стало преградой для греха. Но есть и хорошая новость. У нас есть глобальная проблема, и Бог справедливый и милостивый дал нам глобальное решение. Оно заключено в личности, чье имя Иисус. Второе послание к Коринфянам 13:5. «Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас, разве только вы не то, чем должны быть». Этот стих — наше задание на сегодня. Хочу пригласить вас с помощью Духа Святого исследовать себя. Не по моим стандартам. Я призываю вас от чистого сердца пригласить Дух Божий помочь вам испытать себя, причем не только на протяжении этого вечера. Это будет между вами и Богом. Павел писал это церкви, верующим, последователям Христа. Он писал: «Испытывайте себя. Разве вы не знаете, что Иисус в вас?» Каждый раз, когда в Библии говорится «разве вы не знаете», очевидно, что человек может этого и не осознавать. Слишком долго мы говорили: «Я верно посещаю церковь, жертвую немного денег, время от времени в чем-то помогаю». Но Бог ясно говорит, что нам нужно совсем другое. Евреям 12:14. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Старайтесь иметь святость. Если говорить на чистоту, со всей искренностью, мы еще не приложили все старание. Когда было удобно, мы старались. Когда было время, мы старались. Если это сулило какую-то пользу нам или нашим детям, либо мы хотели с кем-то встретиться или договориться, мы старались. Однако мы должны приложить все усилия, чтобы иметь святость, не оставить камня на камне, отдать все без остатка, свой интеллект, дары, таланты и ресурсы, чтобы иметь святость. Следующий стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Здесь сказано прямым текстом: «Наблюдайте». Наблюдайте, чтобы никто в сфере вашего влияния не лишился Божьей благодати. Она проявилась в личности Иисуса. Не лишайте своих коллег возможности узнать о благодати Бога и Иисуса. Не лишайте такой возможности своих соседей, партнеров ваших детей по футболу или другим играм. Наблюдайте, чтобы никто ее не лишился, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Наблюдайте, чтобы никто не был блудником. Мы равнодушны, если не говорим людям истину. Друзья, Бог есть, и Он справедлив. Если мы не стремимся, чтобы люди жили праведной жизнью и ничего им не говорим, значит, нам все равно. Не нужно их осуждать, злиться, ругать или критиковать. Нам нужно любить их так сильно, чтобы говорить им: «Есть лучший путь». Я предупреждал, что сегодня буду говорить прямо, и 23 глава Евангелия от Матфея тому подтверждение. Это одно из самых серьезных высказываний Иисуса. Если в главах вашей Библии есть подзаголовки, то этот отрывок, вероятно, озаглавлен «Семь предупреждений». Не буду перечислять все семь, это займет много времени. Зачитаю только три. К слову, я рос в хлеву в Теннесси. Когда я сказал об этом Кирку Кэмерону, ему послышалось, что я вырос в кафе Теннесси. Я рад, что он мне об этом сказал. Так вот, я вырос в хлеву. Когда нужно было остановить лошадь,
Что я должен был сказать? «Воу!» — это означает «стой, остановись». Здесь, в разговоре с религиозными лидерами в Иерусалиме, Иисус произносит похожее слово. Оно звучит чуть иначе и означает «горе». Это тоже было предупреждением. «Моста нет, стойте, остановитесь». Послушайте, что Он им говорил. Это Евангелие от Матфея, 23 глава, 23 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». «Вожди слепые, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры». Иврит — это простой древний язык, греческий — язык Нового Завета, более детален. Но когда Иисус повторяет одну и ту же фразу, Он подчеркивает сказанное. Он несколько раз называет так тех, к кому обращается. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!» Повторяет Иисус в третий раз. «Всего их будет семь, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Это очень резкие слова. Иисус обращался вовсе не к язычникам, а моральным и беспринципиальным людям, далеким от веры и завета с Богом. Он обращается к людям, состоящим в завете с Богом, в городе Иерусалиме, городе царя, к мужчинам и женщинам, на которых лежит ответственность служения в храме. Они были самыми религиозными людьми в стране. Иисус несколько раз при всех говорит им: «Горе вам!» Он предупреждает, если продолжите идти в этом направлении и не остановитесь, итог вам не понравится. Я думаю, что подходящее название для 2020 года — это «горе». Горе нам, если мы не остановимся. В послании к Галатам, 5 главе, сказано так: «Дела плоти известны». Это 19 стих. И мы, сидя в церкви, думаем: «Ну, конечно». Затем Павел перечисляет 15 проявлений человеческого поведения. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. «Предваряю вас, как и прежде». Опять же, он пишет церкви. Он пишет, обращаясь не к неверующим людям. Он пишет сообществу верующих. «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». Реальность нашей жизни такова, что мы боремся с грехом. Пока мы живем под солнцем, мы будем бороться с грехом. Мы будем сталкиваться с соблазнами и испытаниями. У нас земная, плотская, греховная природа Адама. Мы изначально склонны к нечестию, и если мы не обратим на это внимание, мы собьемся с верного пути. Будет нечестно и неискренне с нашей стороны притворяться, что это не так. Не нужно выходить за стены церкви, чтобы найти людей, которые борются с грехом. Посмотрите на соседа справа и скажите: «Ты выглядишь как тот, кто борется с грехом. Сделайте, пожалуйста, это прямо сейчас». Также повернитесь к соседу слева и скажите: «Ты выглядишь как тот, кто только что сдался», и это реальность. Павел предупреждает всех нас. Бороться с грехом — это не то же самое, что грешить намеренно. Мы сталкиваемся с борьбой, с соблазнами, мы понимаем силу их притяжения. Однако мы учимся говорить «нет» неправедности и «да» праведности. Мы признаем эту борьбу. Поэтому сообщество так важно. Мы намного быстрее потерпим поражение, если будем изолированы, разделены и заперты в своих домах. Так мы более уязвимы перед своим страхом, смущением, волнением и тревогой. Мы гораздо более подвержены пропаганде, манипуляции фактами.
В сообществе мы можем ободрять друг друга словами. «Я помогу тебе. Возьми мою руку, и я пойду с тобою. Твои ошибки не фатальны. Вставай, поднимайся, пойдем вместе. Мы не остановимся. Сообщество необходимо. Оно меняет нашу жизнь. Вы не сможете продолжать грешить и унаследовать Царство Бога. Не сможете». В оставшееся время хочу поговорить о тщательном очищении. Оно необходимо. Оно очень нам необходимо. Проблемы, которые нас атакуют, стали результатом не расцвета беззакония, а скорее спокойного отношения верующих. Послушайте внимательно следующий стих. Это 1 Коринфянам 6:11. «Вы можете подтвердить, что кто-то из вас был таким же. Мы здесь не потому, что мы совершенны, более полноценны, что мы лучше других людей и никогда не поддаемся соблазнам. Мы были в яме. Не потому, что нас туда бросили или толкнули, мы сами туда пошли. Мы купили билет и пошли туда по своей воле. Мы все были там. Затем мы были омыты, освящены и оправданы во имя Господа Иисуса Христа, Духом Божьим». Очень важно определить, где находится выход из этой ямы. Он кроется в Господе Иисусе Христе, нашем Мессии. Если Он не стал Господом вашей жизни, Он не станет для вас Мессией. Став Господом, Он утверждает для вас приоритеты и ценности. И только Он ставит для вас цели. Когда вы принимаете Его своим Господом, Он становится и вашим Мессией, который взял на Себя наказание за наш грех, чтобы мы пожинали плоды Его совершенного послушания. Как выбраться из ямы? Признать Иисуса Господом вашей жизни и принять Его искупительный труд. Павел пишет: «И Духом Бога». Помните, что сказал Иисус своим ближайшим друзьям незадолго до начала своих страданий? Он сказал: «Много, что имею сказать вам, вам многое нужно знать, но вы этого не вместите. Информации больше, чем вы сможете осмыслить, но когда придет Дух Святой, Дух истины, Он наставит вас на всякую истину. Он покажет, что вам принадлежит». У нас с вами есть помощник. Когда мы боремся с зависимостями, со своим прошлым, с чувствами, с реакциями, привычками, у нас есть помощник. Власть и свобода приходят к нам через Иисуса. Дух Божий — наш помощник, который показывает, как выйти из тьмы и мрака. Нам не придется ничего отрицать или извинять, оправдываться или винить в этом кого-то другого. Мы можем быть свободны. Давайте очень быстро рассмотрим этот путь. Павел пишет: «Вы были омыты и очищены». Процесс начинается с омытия и тщательного очищения. Мы переживаем это образно, когда принимаем крещение. Тогда же мы исповедуем веру в Иисуса Христа. Для этого не требуется ни здание церкви, ни пастор. Вы можете произнести это исповедание на парковке у супермаркета. Это ваше личное посвящение, когда вы признаете, что вы грешник и нуждаетесь в Спасителе. Иисус, Сын Божий, становится Господом вашей жизни. Вы можете помочь в этом кому-то другому. Для этого не нужен профессиональный христианин. Крещение — еще один шаг в этом процессе. Во время крещения вы публично вступаете в Царство Бога. Это уже не личный шаг, но во многом общественный. В Деяниях апостол Павел пишет о своем пути. «Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел праведника и услышал глас из уст Его, потому что ты будешь Ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». Так Бог наставлял апостола Павла, когда он еще был Савлом и Старсом. «Чего ты ждешь? Забирайся в воду». Тот же вопрос я обращаю к вам. Чего вы ожидаете? Я верю, что крещение должно совершаться только один раз в жизни. Его не нужно повторять всякий раз, когда вы спотыкаетесь или совершаете ошибку, иначе мы бы не успевали просохнуть.
Возможно, ваше крещение не было результатом намерения принять Иисуса Господом своей жизни. Меня крестили в младенчестве, и это не было моим личным выбором. Я понимаю, почему родители так решили, и я благодарен им за такое желание. Однако, когда я вырос, я решил креститься уже сознательно. Возможно, вы были в классе или группе, и чтобы избежать наказания родителей или гнева учителей, или заслужить чье-то одобрение, вы тоже сделали такой шаг, не намереваясь чтить Иисуса своей жизнью. Зачитаю еще один небольшой отрывок со словами Павла. Он пишет: «Вы были освящены». Красивое религиозное слово. Что оно означает? Быть отделенным для Бога. Вы приняли решение посвятить свою жизнь Божьим целям. В скинии и храме всегда освящали те предметы, которые будут использоваться для богослужений. Возможно, у них были и другие функции, однако они были посвящены Божьим целям и находились там же, где пребывал Божий народ. Писание говорит, что нам с вами нужно освятить себя и посвятить себя Богу, свои таланты, интеллект, ресурсы, время. Мы его овцы, овцы его стада, и нам нужно выполнить его задание. Это не моя жизнь, я живу Божьей жизнью. Евреям 13:12. Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Здесь сказано о Его распятии. Иисуса распяли за городскими воротами по многим причинам. «Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание». Иисус дал нам с вами возможность освящать себя своим стремлением, силой своей воли. Поставив себе такую цель, я бы никогда сам не справился. Единственный способ жить освященной жизнью — это день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, все больше и больше подчиняться воле Иисуса. Это больше, чем повторить молитву покаяния. Это больше, чем окунуться в бассейн и получить свидетельство о крещении. Это означает каждый день, каждый период своей жизни, на каждом этапе жизни, при каждой возможности думать, как вы можете почитать Бога. Наша программа подходит к концу, но я хочу убедиться, что мы понимаем одну вещь. Благодаря крови Христа мы вышли из-под власти врага. Кровь Иисуса Христа непрестанно очищает нас от всякого греха. Если мы этого не понимаем, тогда чувство вины становится страшным орудием самоуничтожения. Оно лишает нас уверенности, смелости, власти и понимания, кто мы во Христе. Благодаря крови Иисуса мы были освобождены, прощены, оправданы и обрели праведность. Это хорошая новость. Я хочу помолиться вместе с вами. Отец, я молюсь о том, чтобы мы лучше осознали, что Ты сделал для нас через Иисуса. Мы были искуплены, очищены, освящены, оправданы через Его кровь и можем стоять перед Тобою в праведности. Твоей праведности, том даре, который Ты нам дал, и смело говорить об Иисусе Христе среди своего поколения. Мы доверяем Тебе свое будущее. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Христианство больше всех повлияло на формирование ценностей и путей нашей страны. Я верю, что благодаря нашей вере мы получили невероятное благословение Божие. Наша страна несовершенна.
Но если мы отложим ценности, которые стали началом наших свобод, то свобод не останется. Наша страна оказалась на перепуте. Вскоре нам придется выбрать направление, и вопрос не в выборах. Я верю, что впереди нас ожидает событие, такое же важное, как Геттисберг. Нам нужен Божий взгляд. Вызов, с которым мы столкнулись, не связан с грехом нечестивых. Он связан с безразличием верных. Нам нужно изменить наши сердца. Я поделился некоторыми уроками с нашей церковью и хочу поделиться этим с вами. Мы выдали книгу «Боже, благослови Америку снова». Нет никаких сомнений в том, что Бог благословил эту страну. Он создал нас и поддерживает нас. Но наше место в будущем больше связано с сердцами народа Божьего, чем с политиками. Нам нужна пророческая перспектива от Бога прямо сейчас. Пожертвовав сегодня, вы получите диск с проповедями пастора Аллена, в которых говорится о том, что нужно для исцеления нашей страны. А тот, кто пожертвует $25 или больше, получит его новую книгу «Боже, благослови Америку снова». Жертвуйте сегодня по номеру, который видите на экране или на нашем сайте. Церковь, мы продолжаем двигаться вперед, мы проводим служение. Наша церковь жива. Мы хотим, чтобы вы были с нами. Мы не могли приходить с марта. Сегодня мы впервые здесь, и мы очень рады быть сегодня здесь. Это ободряет, потому что ты видишь, что мы можем быть вместе. Это здорово. Когда я услышала о COVID, то не испугалась. У меня есть Бог, и я ничего не боюсь. Совершенно ничего. Я призываю людей приходить, встречаться, общаться, быть частью тела Христова. Не верьте лжи, что вы можете быть сами. Это совершенно не так. Жизнь чудесна. Возвращайтесь, приходите в церковь снова. Приглашайте своих друзей, родных. Это будет чудесное время. Надеемся увидеться с вами. Христианство больше всех повлияло на формирование ценностей и путей нашей страны. Я верю, что благодаря нашей вере мы получили невероятные благословения Божии. Наша страна несовершенна. Но если мы отложим ценности, которые стали началом наших свобод, то свобод не останется. Наша страна оказалась на перепуте. Вскоре нам придется выбрать направление, и вопрос не в выборах. Я верю, что впереди нас ожидает событие, такое же важное, как Геттисберг. Нам нужен Божий взгляд. Вызов, с которым мы столкнулись, не связан с грехом нечестивых. Он связан с безразличием верных. Нам нужно изменить наши сердца. Я поделился некоторыми уроками с нашей церковью и хочу поделиться этим с вами. Мы выдали книгу «Боже, благослови Америку снова». Нет никаких сомнений в том, что Бог благословил эту страну. Он создал нас и поддерживает нас. Но наше место в будущем больше связано с сердцами народа Божьего, чем с политиками. Нам нужна пророческая перспектива от Бога прямо сейчас. Пожертвовав сегодня, вы получите диск с проповедями пастора Аллена, в которых говорится о том, что нужно для исцеления нашей страны. А тот, кто пожертвует $25 или больше, получит его новую книгу «Боже, благослови Америку снова». Жертвуйте сегодня по номеру, который видите на экране или на нашем сайте.